Приветствую! Вы на канале Юлин Влог. Сегодня у нас обычное такое блюдо, как капуста, тушеная в мультиварке. Итак, понадобятся ингредиенты. Все это то, как сколько вы там будете брать. Смотрите, сколько вам надо, сколько вы будете тушить. Первым делом лук нарезаю и начинаю обжаривать. На подсолнечном масле будем обжаривать лук. Нарезаю его не мелко. Нам ее достаточно тушить, и он там весь протушится у нас. Не теряем время, нарезаем. Не мелко, вот так вот. На 4 части можно маленькие. И сюда все будем забрасывать. Весь нарезали лучок, и сюда отправляем, будем обжаривать. Еще надо добавлю сейчас. Маловато мне. Рассчитывайте, сколько там будете делать. По капусте, конечно. Чем сколько у вас там капусты. Лучок у нас обжаривается. Видите, довольно-таки хорошо так добавила. И не мельчила. Добавляем морковку. Натираем на терке. На вот эту насадку. И будем добавлять морковку. И добавляем сюда морковку. Жарим. Такую зажарочку. Морковка сладенькая попалась. Даст свою сладость. Вот такая вот. И все это обжариваем. Ну, минутки 3, может, вот так вот где-то. Так, добавим еще чуть-чуть масла и обжариваем так. И сюда добавлю немножко, у меня было фарша замороженного, это свиной фарш. Сейчас немножко тут поджарится мне, сейчас он у нас потает. И вот когда все поджарилось у нас вот так вот, фарш немножко потаял, сюда добавляем капусту. Капусту забросили и немножко налили воды, чтобы она там пустила сок капуста вместе с нашей зажарочкой такой. И не закрываем пока крышкой. Немножко так протушим. И вот когда наша капуста, видите, немножко осела, так протушили чуть-чуть. Видите, как перемешали вместе с морковкой, с луком. Сюда добавляем томатную пасту. Ну, где-то 2 столовые ложки точно. Пачечку. 70 грамм там идет. Как раз 2 столовые ложки здесь. Когда томатную пасту добавили, вот так ее подмешаем немножечко в капусточке. Вот так. Так, все, закрываю крышку и включаю тушение. Убираю так овощи. И минут 10, да, буду ее тушить. Все, закрытая крышка, у меня мультиварка-скороварка. И все, буду ее сейчас тушить. Так, все потушили. И видите, у нас здесь есть еще жидкость. И мы же не солили с вами еще ничего. И теперь я включаю на жарку на 10 минут. И ставлю температуру минимальную, то есть ну, 100 где-то, 90 минимальная, пусть 100 будет. И ее будем поджаривать. Уже водичка у нас вся выпарилась, видите? Нету ничего, буквально там чуть-чуть. На этом этапе мы солим и кидаем специи, какие вы любите. У меня это соль сегодня. Ну, паприку добавим вот такую. Чуть-чуть, я думаю. Ну, попробовать надо, конечно же. Если томатная паста сильно кислая у вас, возможно, даже сахара придется добавить. Надо пробовать все. Все готово. Такая капусточка получается. Смотрите. На камере, правда, у нее другой цвет. Все, перекладываем там, где будете хранить. Вот и приготовилась наша капусточка. Вот такая вот красивая. Может, кто-то не знал, как идейка вам, как готовить мультиварки. Это самый быстрый способ. Все забросили.
протушили, прожарили, и все готово. Естественно, есть у вас больше мяса, кладите больше мяса. Можете филе кусочками сюда порезать, тоже будет вкусно. Вот так к любому гарниру, либо же на пирожки, тоже такую делаю, один из вариантов, как начинка. Вкусно. Кто не готовил, попробуйте, приготовьте. Возможно, у вас стоит мультиварка, и вы ей не пользуетесь. Попробуйте, может понравится. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Готовьте с удовольствием, кушайте с удовольствием. Всем пока.